Футболка, кальцинированная сода и красители – это все, что нужно, чтобы создавать красочную, в прямом смысле этого слова, одежду. Арсений Кочнев придумал свой бренд, освоил разные техники, но у юного дизайнера есть любимая. Принцип такой же, только ты, когда красишь футболку, ты не просто жидкими красителями, а ты сначала на футболку ложишь кусочек льда, потом ты можешь на них, на лед уже, либо жидкий краситель, либо можно еще и сам сухой порошок тоже. Так красиво может получиться. Дарья Самышкина начала вязать в летнем лагере. Спустя несколько месяцев появился бренд «Мышкины шапки». Береты, панамы, шарфы. На каждый заказ у школьницы уходит несколько часов. На день рождения, в конце августа у меня, мне подарили достаточно денег, и я заказала себе уже пряжи. И подумала, а почему бы мое хобби не превратить уже во что-то более полезное такое? Я очень благодарна моим подругам, которые сделали первые заказы. Я благодаря этому поверила в себя. Влада Захаркова уже год создает маски и продает их в интернете. Сначала изготавливала их из бумаги, теперь из поролона и меха. Сначала на бумаге рисую эскиз, то, что там какой хвост будет, какие лапы, какой будет целый фул. А потом уже переношу это на телефон и на телефоне придумываю крас и уже исполняю. Несмотря на такой разный детский бизнес, все герои сюжета сошлись в одном. Не нужно бояться превращать свое хобби в прибыльное дело. А если не знаешь, с чего начать, за помощью всегда можно обратиться к экспертам. Последнее касается и школьников, которые еще не определились с будущей профессией. Например, на днях в центре занятости девятиклассникам рассказали об особенностях работы сотрудников силовых структур, нефтяной промышленности, геологии, медицины. Очень часто бывает так, что идеи-то есть, а первый шаг, как сделать, ребята не знают. Вот. И сегодня это, наверное, отчасти еще и такая помощь. Совершить первое прикосновение к профессии. И если, не нефтяником стать, то хотя бы у них, возможно, здесь родятся новые идеи, которые они потом смогут реализовать в жизни. Притом в Тюменской области одним знакомством с будущей профессией не ограничиваются. Для школьников, например, организуют деловые игры, где они креативят и даже разрабатывают новые проекты. Мария Ремезова, Дмитрий Ларичев, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.